Человек говорит, да все, да пошла ваша система, мне ничего от вас не нужно. Все, ничего не прошу, только оставьте в покое. Срать я на вас хотел. Срать хотел? О, так значит, что-то ешь? Иначе бы срать не хотел. Ну-ка давай сюда. Вот примерно так будет. Так будет, то есть будут выметать последнее. Как только государство начинает сходить с ума в лице его лидеров, появляется еще один вектор, еще одна идея. Заработай сам и отдай мне. То есть придумай сам, я дебил, я не могу заработать. Я не могу придумать даже, как тебе заработать. Просто я дебил. Как управленец я ноль. Я ничто, как менеджер, как государственный деятель. Поэтому я не знаю, где взять денег. Ты придумай и отдай их мне. Шикарная схема, не правда ли? Предлагаю обсудить недавнее заявление одного из депутатов Госдумы. Суть. Самозанятые, если не будут регистрироваться и платить вот этот то ли 4, то ли 6% налог, то у них будет изыматься весь доход. Штраф в размере всего дохода. Заявление потом сразу же, практически в тот же день, было опровергнуто. Сказали, что вроде бы нет, неправильно поняли. Это будет, если он зарегистрировался и не платит налог. Все опровергли, все нормально, вроде бы шумиха улеглась, потому что сначала как 100% дохода, штраф. Но тем не менее, мне хотелось бы вот сейчас на чем остановиться. Заявление это все-таки прозвучало. Значит, сама мысль драть полностью, весь доход изымать, она присутствует. Вангую, друзья мои, что рано или поздно все-таки придут к тому, чтобы драть, вот как первоначально было заявлено, 100% дохода изымать, если не будет платить налог. А налог, скорее всего, будет потихонечку расти. Почему, собственно, такие мысли рождаются? Изымать 100% дохода, если не платят налог. Давайте посмотрим, что было. Каким образом вот эта власть обдирала народ, ну не то чтобы в веках, недавно, в десятилетиях. Все новое, хорошо забытое старое, а в данном-то случае, может быть, не очень забытое. В период красного террора были такие вещи, как продразверстка и продналог. Продналог – это изъятие части, ну, чего, имущества крестьян. Зерна, любого имущества, всего, скота, денег. Ну, денег, как правило, у них не было. Поэтому, ну, в основном это касалось зерна. Так вот, это изъятие части, это продналог. Но он иногда был таких размеров, что часть приближалась к 100%. А продразверстка – это изъятие всего. Так вот, вот эта взаимосвязь между продналогом и продразверсткой, она постоянно наблюдалась. То есть периодически продналог превращался в продразверстку. То есть изымали все, изымали даже ту часть зерна, которая шла на семена. То есть в следующем году крестьянин не мог просто посеяться, посеять что-то новое. Ну и, как правило, он был обречен на голодную смерть зимой. То есть ему не оставляли ни на прожитие, выгребали просто, все вычищали, ни на прожитие, ни на засев на следующий год. Так вот. Вот она эта взаимосвязь, вот он этот вектор. И сейчас мне видится, что да, сволочи, отдайте, иначе все заберем. И вот это отдайте, оно будет так иначе расти. По мере того, как экономика будет стагнировать, будет падать, очередные санкции, там очередная война какая-нибудь будет. Сейчас, не знаю, на другом полушарии помешает какой-нибудь народ российским лидерам жить спокойно, там война начнется. Денег нет, то вот где их взять? Нужно ободрать население. Что и было, собственно, там с 1917 года. То есть нужно со всеми повоевать, всех убить, всех зарезать, а денег на это нет. Поэтому нужно взять у населения. Дальше, следующий момент. Как только государство, ну, по крайней мере, российское государство входит вот в такой, ну, откровенный трэш, сразу же оно теряет способность организовать экономику каким-то образом. То есть, ну, сделай рабочие места. Сделай рабочие места, сделай эффективную экономику и изымай в виде налога, ну, условный излишек. Понятно, что это не излишек, но все-таки сделай так, что человек в одиночку столько не заработает. То есть, если какой-то там самозанятый, кустарь, там, не знаю, крестьянин может зарабатывать там X рублей, то, соответственно, пошел на тебя работать, зарабатывает 1,3X или 2X. И, соответственно, ты часть у него изымаешь. Ты даешь ему более выгодные условия труда, как он вне общества не заработает, ну или же не вне общества, а вне государства. Ну и, соответственно, за это берешь с него налог. Так вот, как только государство начинает сходить с ума в лице его лидеров, то организовать оно это уже не может. И поэтому появляется еще один вектор, еще одна идея. Заработай сам и отдай мне. То есть придумай сам, я дебил, я не могу заработать. Я не могу придумать даже, как тебе заработать. Просто я дебил. Как управленец я ноль. Я ничто, как менеджер, как государственный деятель. Поэтому я не знаю, где взять денег. Ты придумай и отдай их мне. Шикарная схема, не правда ли? Ну, вот как, собственно, было в начале, после 1917 года. То есть никакой оптимизации экономики, ничего. Что вы там заработали-то? Ну-ка, давайте сюда. Вот примерно то же самое и будет сейчас. То есть сейчас будут развиваться так или иначе репрессии, налоговые репрессии, может быть, потом и уголовные, по самозанятым. Потому что обдирать не самозанятое население, а рабочее, нужно создавать рабочие места. А все, уже кретинизм. Кретинизм зашкаливает. Рабочие места создавать не получается. Поэтому ты как-то вот
надуй сам пузырь, заработай и мне отдай. Вот примерно так будет развиваться дальнейшее налогообложение, то есть самозанятый. В числе прочих мер геноцида в 20-е, в 30-е годы была еще одна. Раскулачивали целую деревню. То есть вы думаете, что раскулачивали только каких-то зажиточных крестьян? Нет. Раскулачивать могли деревню. То есть выгребать все имущество деревни под корень. Дальше деревня должна помереть с голоду зимой. Ну, как с голоду помереть? А если они грабить пойдут? А если они там пойдут пытаться выжить? Короче, что делали? Полностью раскулачивали, так сказать, деревню до последнего зернышка. Людей собирали, целую деревню, и ссылали. Как ссылали? Ссылали куда-нибудь в отдаленной местности, там в тайгу. Но как могла выглядеть ссылка? То есть могли просто расстрелять, могли казнить, могли там, не знаю, где-то выкинуть людей на необитаемый остров. Но иногда, что было? Несколько случаев, по крайней мере, известно. Людей просто везли на барже по какой-то реке, как правило, на севере, отдаленной. Потом высаживали в тайгу, и баржа уплывала. Все. Но это смерть. Это верная смерть. Это могла быть осень, это могли людей гнать даже не на барже, а могли гнать и просто зимой оставить в лесу. Все, это верная смерть. Причем с детьми, там, со стариками. Но было несколько случаев известно, когда вот так деревню целиком с баржи ссаживали в тайгу, уплывали, а через там 5-7 лет обнаруживали, что там в тайге живет отличная деревня, намного превосходящая деревни, которые вот в советском государстве существуют. То есть богаче. Люди выжили каким-то образом, то есть они вот голыми руками выжили. И за 5-7 лет создали хозяйство лучше, чем ну, люди в советском государстве живут намного бедней. Туда сразу же направлялись красные отряды и их раскулачивали повторно. Делали все то же самое. Вот сейчас примерно то же самое. Вообще геноцид, советский геноцид населения, он очень разнообразен. То есть если посмотреть, каким образом казнили людей, каким образом там издевались в лагерях. Ну, в принципе, все, что было человечеством придумано, все использовалось. Это и средние века, там инквизиция отдыхает, и соборные уложения наши. То есть было все. Людей сжигали, и закапывали, и на куски резали, там ремни с них нарезали. То есть, в принципе, вот если взять историю мученичества даже христианского 20 века, то инквизиция отдыхает. И в числе прочего, да, была вот такая высылка. Это одна из форм геноцида была. Высылка в никуда. Потому что этот же геноцид, он тоже использовался, ну, скажем так, народами. Армян так, турки гнали, они гнали просто в такую, в местность, где не выжить. В основном, как был геноцид? Он не непосредственно убийством был осуществлен, армян, а просто их выгоняли там в какие-то местности, где жить невозможно. Вот примерно то же самое делали советские госорганы, скажем так. И да, действительно было, что деревня выживала, ее потом грабили повторно. Ее опять раскулачивали. Опять, сволочь, в тайге кулаки народились. Вот сейчас очень похоже, что по мере нехватки денег в бюджете, ну как нехватки, то есть ну придется делать не 100-метровую яхту, а 90. Это же безобразие. Вот, и придется там, не знаю, вместо 5 самолетов иметь 4 в собственности. То есть денег в бюджете не хватает, как вы понимаете. Вот по мере нехватки денег в бюджете будут вот так вот раскулачивать уже ты придумай сам. Не знаю, там 100% дохода у тебя изъяли. А, ты еще жрешь что-то? Блин, нифига себе. Не знаю, человек говорит, да все, да пошла ваша система, мне ничего от вас не нужно. Все, ничего не прошу, только оставьте в покое. Срать я на вас хотел. Срать хотел? О, так значит, что-то ешь? Иначе бы срать не хотел. Ну-ка давай сюда. Вот примерно так будет. То есть будут выметать последнее. Последнее у тех, кто создал сам. Поэтому да, тенденция очень интересная. Я думаю, что это вообще идея в общество была вброшена не просто так. Про 100% штраф. Дальше посмотрим.